В Актюбинской области снижены тарифы на коммунальные услуги на период чрезвычайного положения. Таким образом, начисленная уже за март сумма будет ниже, чем предусматривалось. В частности, тарифы за услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения акционерного общества «Акбулак» снизятся на 20%. Настолько же подешевеет водоснабжение ТО «Темиржол-Су» Актюбе. На 50% снизятся тарифы за услуги коммунальных предприятий «Улыборсык» в Шалкарском районе, «Алга-Жилу» в Алгинском районе, «Коммунальщик» в Мугалжарском районе, АО «ТНК Казхром» по городу Хромтау и «Кенкияк СК» в Темирском районе. Кроме этого, достигнуто снижение цен на электроснабжение около 10% для населения в бытовых целях. Вместе с тем, ранее всем субъектам, оказывающим коммунальные услуги, были направлены рекомендации по непрекращению оказания услуг в случае образования задолженности.